что у нас сейчас происходит? Это мрамойщики приехали в гости к Артамонову в Германию для того, чтобы помериться силами в умении экономить. Да, здесь в Германии. И сейчас мы будем предлагать друг другу удачные способы для того, чтобы сэкономить денежку или получить побольше выгоды, дохода, да. Так, ну, так как приглашающая сторона побеждает и выигрывает, то начинает Лёша. Итак, что же мы делаем для того, чтобы побольше, поменьше заплатить? Нет, знаешь что? Дешево купить, дорого продать, чтобы поменьше взять. Дешево купить. Давай разыграем, как вот так вот. Дешево купить. Дорого продать. Чтоб поменьше дать. Да, побольше взять. Дешево купить. Дорого продать. Чтоб поменьше дать. Да, побольше. Взять. Ну ладно, и так сойдет. Значит, давай, начинай. Итак, что ты можешь сделать в Германии? Ты знаешь, что в Германии можно предпраздничные или предвыходные дни посетить магазины и купить продукты намного дешевле, до 50, даже до 70% скидка. Но я могу, например, поступить на онлайн интернетовские курсы и получить за это возможность бесплатно передвигаться по всей земле Тюрингии. Да. Да, еще у меня будет скидка, так как я буду студентом, я еще смогу платить меньше за жилье, если я тут снимаю. Например, скидку по электричеству. Да, а ты знаешь, что я застрахован в АОК, и я могу пользоваться бонусами от АОК. То есть я хожу к врачу, я хожу в другие, бегаю и получаю за это бонусы, зарабатываю деньги до 15 евро в месяц. А я, знаешь, а я еще могу поступить на курсы, например, языковые курсы изучения немецкого языка. И если я сдам с первого раза экзамен успешно, то я получу 50% стоимости назад. Нет, побеждает дружба.